вот здесь вот недалеко от порта, вот этот розарий, который вот розарий прекрасный. Вот целый куст, вот ароматная малюсенькая розочка. Но здесь смотрите, сколько еще бутончиков, которые будут раскрываться, распускаться. И, наверное, только к открытию сезона, первая суббота июня, они будут в полном ажуре. Огромный большой куст, да. Вот такой кустенция весь в бутончиках. Так что такая вот красотулька. Вот тут очень красиво, зелено, дождиком все умыто, и дождик подкрапывает отчаянно. Вот. Отсюда этот куст розы. Вот. Так. И здесь еще и сосновые, и розы. Но я сегодня много роз уже снимала. Вот они таким образом. И дождик начинается. Лилейные, ирисовые. В общем, такое вот содружество красивое на клумбах снова завелось. Вот такая вот. Вот они будут питаться. Здесь снова много зелени. Море не буду снимать, потому как хотела уточкам принести еды. Снова огромная вот такая сосновая. Внизу и голубая новая посажена, подсаживают, так что очень много тратится на озеленение. Пока-пока.